Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Платье на выпускной по индивидуальному заказу несет в себе не только идею эксклюзивности. Это еще и возможность растянуть удовольствие от подготовки к знаковому событию в жизни юной девушки. Несколько идей для выпускниц в самом начале выпуска. Выпускной – это не то, на чем сегодня принято экономить. В последние годы в нашей стране каждый раз возникает ажиотаж вокруг этого события. И связано это главным образом с выбором наряда для торжества. В первом решении обыгран один из самых модных цветов сезона – белый, который создает хрупкий воздушный образ. Платье в стиле ампир, скромное, без излишеств, дополняет богатая вышивка на сетке с инкрустацией камнями. Они, в свою очередь, также играют на легкость ощущения. Интерпретировать идею можно и в цвете, главное, чтобы он был нежным и разбеленным. В следующем решении использован принцип наложения. Розовое купонное кружево шантильи покрывает основу из креп-шелка серого оттенка. Соединяет два комплементарных тона расшитый пояс с благородным жемчужным мерцанием. Кстати, жемчужины использованы и в качестве пуговиц наряда. Следующий тренд – соединение богатой фактуры с более прозаичной. Роскошное матовое полотно из пайеток на юбке в сочетании с хлопковой футболкой – эту идею можно сделать как основной, так и оставить на неофициальную часть. А до этого совместить юбку с шелковым блузоном. Тренд обыгрывать всякого рода прозаичные материалы нашел свое отражение и в этом наряде. Платье древнегреческой богини скрывает под одной из сеток декор-нашивку с современным насыщенным по цвету и сложности рисунком. Тончайшая сетка компенсирует объемный силуэт и придает образу прозрачное настроение. Кстати, вошедшие в моду разного рода декоры могут послужить как вечерний аксессуар или стать главным акцентом всего праздничного туалета, преобразив, к примеру, любое лаконичное платье. В следующем наряде раскрывается на 200% тренд блеск. В основе креп-шифон с метанитью. Для блестящего решения дизайнерами был выбран неброский цветочный принт. Тон ему – украшение из цепей на шее и силиконовая лента, декорированная кристаллами. Выгодно подчеркивает роскошный материал, также асимметричные складки на юбке, функциональная драпировка на бюсте. Выпускная мода в нашей стране в целом определяет тенденции вечерней моды весенне-летнего сезона. А потому идеи стилистов могут принять во внимание не только те, кто заканчивает 11 класс. Изящная походка и умение одеваться со вкусом редко кому даются от природы. Именно поэтому необходимо найти возможность все эти способности обрести и развивать. Как именно, смотрите далее. Этот проект почему-то называется «Школа интеллектуалок», хотя направление, в котором развиваются юные слушательницы курсов, носит эстетический характер. Пару месяцев девочки проводят в окружении хореографов, педагогов актерского мастерства, стилистов и фотографов. И все это заканчивается выпускным, где демонстрируются полученные навыки. Показывают они три основных дисциплины, которые у нас в школе проходят. Это дефиле, актерское мастерство, ораторское искусство и танец. Можно
открыть что-то в ребенке и во что-то его влюбить. И это интересно, потому что все дети разные, всем интересно разное. И тут как раз вы можете посмотреть и узнать что-то про ботанику, и потанцевать, и фотопозирование, и историю искусств. И некоторые дети уже могут определиться, в какую сторону им двигаться. Мы здесь научились вот прям быть настоящими леди. Вот этому учат стильно одеваться, ходить по подиуму, хореографии. Мне здесь очень нравится. Тут много можно интересного узнать. С педагогами многими познакомиться. Когда я выйду, что я стану отличным человеком. В этой школе процесс обучения проходит незаметно. Дети с удовольствием ходят на занятия и быстро усваивают материал. Сейчас современные дети очень загружены. Они постоянно что-то чем-то занимаются, они много чем занимаются. Но наши занятия для них, можно было сказать, что как отдушина. Конечно, это нагрузка для родителей, спасибо им огромное, но это их вклад в развитие детей. Их школу нужно открывать по городу не одну, две, а несколько, 10-20, потому что девочек нужно учить правилам хорошего тона, этикету, как правильно одеваться, чтобы стать действительно настоящей женщиной. В нашем материальном мире с большими объемами потребления очень ценное качество – умение сочетать вещи в гардеробе. Какую лучшую одежду носить, какая из них уместна на танцы, какая на спорт, какая на праздник. То есть мы вот это проходим с самой младшей группой, а со старшей группой мы уже прям разбираем тренды, то есть они прям уже как абсолютно взрослые люди, собственно, рассказывают и показывают на собственном примере, оценивают нас. Они очень любят разбирать наши наряды. Это вот, собственно, наша практика такая мини в рамках занятий всегда есть. Образование – это не только навыки в области точных, естественных и гуманитарных наук. В наши дни, помимо этих знаний, очень важно уметь, что называется, правильно себя подать. А эта способность складывается из уверенности в себе, манеры поведения, артистизма и чувства стиля. Все это лучше изучать с ранних лет. Елена Миро. Итальянская одежда с расширенным размерным рядом. Межсезонная распродажа, скидки до 40% на новую коллекцию. Проспект Ленина, 65. Ателье Тиссура. Свободы, 76. Вау-омоложение в центрах косметологии «Жетернель». Фотодинамическое, диодное, ЭЛОС и фотоомоложение всего за 5550 рублей. Узнайте, какая методика подходит именно вам по телефону 225-75-35 и на сайте wowomolozhenie.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Пусть покажет телескоп. За пределами земли. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько удачных моделей из коллекции наступившего сезона. С тех пор, как погода наладилась, жительниц Челябинска потянуло на яркие краски и легкие фактуры. Сегодня мы говорим о трикотаже – удобном, пластичном, незаменимом, как жарким, так и прохладным летом. Ностальгия по 90-м в нынешней моде актуализировала стили гранж и гламур. Эти направления применимы даже к базовому гардеробу, как, например, объемный свитер, кофты-сетки или свитшоты и худи с блестящим декором. Подчеркнуть свой скрытый интерес к спортивной одежде можно, совмещая тематический верх с кожаными леггинсами и юбками. О моде прошлого столетия также напомнят возрождение водолазок. Их стилисты комбинируют буквально со всем, остромодно вписывая их в многослойные комплекты. При всей простоте отдельных элементов и возможности носить все совсем, в моде довольно четко прослеживается все то, что уже не актуально. Сегодня главное быть мобильной, сохранять самоиронию, следить за трендами и не забывать об индивидуальности. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Идея пре-пати долгое время расценивалась как своего рода разогрев перед вечеринкой.
Но со временем препаки превратились в самостоятельные события, которые становятся не менее интересными и увлекательными в сравнении с основной частью вечерней ночной программы. Это, например, и вовсе проходило в формате съемок видеоклипа. Все всегда происходит очень спонтанно, сумбурно, потому что мы девочки. Но, как показывает практика, все всегда, все правильное, оно всегда, все необходимое и нужное в жизни, оно все складывается вот в одну картинку целую. Это будет серия вечеринок, проводиться они будут раз в месяц. Концепт вечеринки в том, что мы возвращаемся к истоком тусовок девичьих, когда мы собирались все на дискотеке, красились, одевались, пили коктейли, проводили время сначала совместно где-то дома, девичники устраивали, и затем ехали уже там тусить по клубам. Вот это все мы получаем сейчас. Существует кролик в своей ежедневной какой-то жизни, да, тусовочной, и тут мы как фурии внеслись в его жизнь со своими макияжами, со своими смешками, весельями, танцами, то есть вот что-то такое мы хотели создать. В съемке приняли участие известные стилисты, дизайнеры, модели и другие представители фэшн-направления. Визуальный ряд создавали соавторы этой идеи, творческое трио «Френды». Сама атмосфера, вот эта вот задумка, конечно же, планировалась как девичье событие, девичье мероприятие, на котором все будут веселиться, там, прихорашиваться, приводить себя в порядок. Наша атмосфера, нашей команды «Френды» также будет способствовать расслаблению девушек. Будем давать, конечно же, и советы, и делать модные акценты, расставлять макияжи, и давать прям отдельные советы по образу. Сделают модную укладку и расскажут, какие-то советы дадут каждому индивидуально. У каждой девушки свои моменты, свои какие-то секреты. И здесь можно будет проконсультироваться, то есть какой цвет помады, какие стрелки, какая укладка лучше. Пре-пати похоже на аперитив, который позволяет повысить градус позитивного настроения. Ну а как пройдет эта встреча с участием «Френдов» и «Белого кролика», мы узнаем 28 апреля. Этой весной в Beauty Time проект «Красивое тело». Об идеальной фигуре мы говорим с экспертами с точки зрения генетики, эндокринологии и косметологии. С практической точки зрения важно, конечно, знать гены, но еще важнее уметь управлять ими. На основе генетических исследований специалисты подбирают индивидуальную специальную программу, которая позволяет наиболее эффективно запустить процессы выделения и детоксикации в организме. Смысл всех этих анализов заключается в том, что не только в том, чтобы сказать, есть у человека риск ожирения или нет. Я не думаю, что он будет очень рад услышать о том, что да, что у него есть риск ожирения. Он хочет знать, как этого избежать. Три точки зрения на детоксикацию и очищение организма. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал моя-новая-жизнь.рф. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109, 214-59-99. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум-формате. Территория тайского спа «Тайвай», Российская, 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание спа-программ ищите на сайте taiwai.rf. В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра.
Дети прекрасны и талантливы сами по себе, и когда удается этот талант раскрыть, это вызывает восхищение и другие сильные эмоции. Под впечатлением от гала-концерта лауреатов премии «Андрюша» с минувшей пятницы прибывает и съемочная группа «Beauty Time». Около 1500 детей из 46 населенных пунктов Челябинской области. Такова статистика заявок, поступивших за этот творческий год в фонд «Андрюша». В золотой фонд премии вошло около 400 детей. Ну а жюри под председательством народного артиста России Андриса Лиепы выбрало из них самых талантливых. Они получают не только статуэтки, не только дипломы. Они получают еще возможность дальнейшего творческого развития. Это поездки в Суздаль, творческую школу фонда «Новые имена» для вокалистов и художников, а также международные фестивали для актеров и танцоров. Когда я выступала с Игорем Михайловичем Бутманом, мне настолько было, вообще я настолько была счастлива, что я чуть на сцене не расплакалась. Они теперь отвечают за их судьбу, за их творческую судьбу. И отрадно видеть, что дети многие уже учатся в актерских школах Москвы, занимаются в консерватории. То есть прослеживается их путь. Вот с самого начала, когда они были избранниками фонда, когда они стали лауреатами. И вот уже проходит много времени, и мы можем просто проследить о том, как складываются их судьбы. За 8 лет работы фонда увеличилось также и число благотворителей фонда «Андрюша». И несмотря на то, что попечителям приходится преодолевать некоторые сложности, уровень проведения гала-концерта с каждым годом становится все выше. Самый прекрасный организатор этого фестиваля – это прекрасная Юлия Жаботинская. Это традиционно, это самая главная традиция. Без нее бы ничего не было. Игорь, традиционно то, что мы делаем, это результат огромной работы большого коллектива людей. Это, безусловно, команда фонда, это огромное количество волонтеров, которые работают с нами. Это партнеры, которые нас поддерживают, поддерживают финансами, поддерживают информационно. Это педагоги, во-первых, тоже замечательные. Как они могут сделать произведение? Видно, вот или рука мастера поработала, и бывают дети настолько одаренные, что им даже объяснять порой не нужно, как это делать. Здесь дети, можно сказать, не конкуренты, а друзья. И Юлия Жаботинская, она тоже относится ко всем, как мама, переживает за все, какие костюмы, как дети подготовлены, не волнуются, накормлены. Очень приятно, что вот такое отношение именно семейное внутри этого фонда. В праздничном гала-концерте приняли участие лауреаты прошлых лет, а также звездные гости праздника – Ольга Кобой, Елена Околышева, Игорь Монаширов, Валерия Полякова, Светлана Каратеева. Пару ведущей «Марго» по традиции составил заслуженный артист России Александр Олешко. Меня поражает то, что приходят вот такие вот девушки, я на них смотрю снизу вверх, они говорят, а вы помните, я с вами была ведущей, когда вот я с вами была по колено, я говорю, это ты? Привет. Иногда бывает, что вот в юности море по колено, и вот ты выходишь на сцену, тебе не страшно, а потом переходный возраст, и человек в себе замыкается. Он замыкается, и он становится уже настолько закрытым, что ему даже не хочется на сцену. Вот очень важно, чтобы детишки, которые проходят этот конкурс, чтобы вот эту свободу и желание, радость творчества на всю жизнь оставить себе, чтобы не было вот этого вот замыкания. Благотворительный фонд «Андрюша» поддерживают и ведущие СМИ Челябинска. Телевизионную версию концерта также можно будет увидеть на 31-м канале. Еще больше видео о красивой жизни на нашем сайте bt31tv.ru, на наших страницах в соцсетях и YouTube-канале «Beauty Time». А на этом выпуск завершен. До встречи! Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.